Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в партии на выборах в сентябре 2021 года стартовало. Основной формой проведения является электронное голосование, которое проходит с 24 по 30 мая. Участие в нем принимают все зарегистрированные избиратели, прошедшие верификацию на портале госуслуги до 28 мая. Кроме того, 30 мая пройдет очное предварительное голосование в помещениях участковых счетных комиссий Одинцовского городского округа.